Это мы в Альпах. Однажды Костя решил встретить свой следующий день рождения во Франции, в горах. И вот мы здесь. Дорога, конечно, не близкая. Сперва перелет в Париж через Атлантический океан. Потом пересадка почти 6 часов. Но здесь спасибо мне за выбор билетов. Короткий перелет в Лион и ночевка там. Это наша мини-комната с двойной кроватью. Летели весь день, прилетели, и завтра еще будем полдня ехать на автобусе. Ранний подъем и ранний завтрак. Спасибо джетлагу. Что это у нас тут? Круассанчик с шоколадом. Потому что... Что еще тут делать? Есть круассаны? И обратно в аэропорт. На автобус, который не так-то было просто найти. Но мы справились, как видите. И, как оказалось, этот автобус был не последним, был еще один после пересадки. Почти двое суток прошло после того, как мы вышли из дома, и вот мы наконец-то приехали туда, где проведем следующие 6 дней. Пойдем. Семь сорок семь. Доски. Комнатка. Малюсенькая. Стена до стены. Пиццамен. Пиццамен. Так, ну я хочу надеть сегодня 2 термухи наверх, одну вниз, толстую, в лиску я в ней не каталась. Толстые носки, трусы катательные и супер теплый этот баф. Вообще сегодня минус 18. 18 было. Днем будет 15, 16, 14. Привет. Уже жарко. Жду этих. Там мы живем, да? Да, да, это там живем. Так. О, мои ноги! Я по крючку проехал. Было очень хорошо. Это мы на подъемнике. Ну, конечно, когда я попробовала. Это мы едем наверх. О, ручей. Это ручей. Граница со Швейцарией делает подъемники стартовать ровно в 9:00. 9:00.
Сейчас поедем. Три альпийские долины, несколько горнолыжных станций, сотни километров трасс, соединенные десятками подъемников. На второй день мы поехали разведать соседние долины. Женя, что ты думаешь? Альпы такие, Альпы. Похоже на просто для беговых лыж. Да, трасса для беговых лыж, да. Не, на просеку в Шерегеше. На просеку, да. Мы отправились в Куршавель. Там тоже шикарные виды. Ходят дамы в шубах. И есть свой маленький аэропорт прямо по соседству с трассами. Правда, посадка не всегда проходит мягко. И вот полезный совет. Всегда имейте при себе карту и оставляйте достаточно времени, чтобы вернуться домой. Там был сворот какой-то. И мы его проехали. Ну, теперь едем сюда, что? Мы стояли в очереди на подъемник еще до того, как его запустили, а вернулись назад уже почти к самому закрытию. Закладывали пару часов на обратную дорогу, потому что некоторые трассы, соединяющие долины, не очень дружелюбны для сноубордистов, и ноги к концу второго дня уже не те. Пихайте ее туда, пихайте. К концу третьего дня повалил снег. Больше по прогнозу свежего снега не обещали, поэтому мы решили быть на горе первыми. Это оказалось самым холодным утром, поэтому греться мы пошли достаточно быстро. К тому же Костя заболел и присоединился к нам только, чтобы выпить кофе. Как мы грелись утром? Amazing ride! Часы били. Я не успела. Кто болеет? Я болею. Настоящий кубок. Серебряные. А вот и деда с галимтом. А, ну, не вкусно. Не вкусно. Впрочем, всего два. Какие-то вы грустенькие. Холод повалил. Ощущается, как -21. Да? Этот в пицце. Это болеет. Я вижу. Не знаю, видно там. Да, что не видно, наверное. Пятый день. Плохие новости. Мои ноги уже не слушаются. Мы поехали на зиплайн, и он весь день был закрыт. И самое главное, Женя лежит с температурой в гостинице. Хорошие новости. Виды были отличные, погода была хорошая. Мы нашли еще немного пухляка
И самое главное, мы нашли Тимура и Алису, которые совершенно случайно отдыхали в это же время в этом же месте. Гостиница. Какое? Белая, розовая, красная. Это такая считалка. Ответ всегда один. Какой? Потому что есть только одно вино. Красное? Да. Там креветки лежат нечищенные. Креветки лежат, вот. Я вот их... В шестой день сил хватило кататься только полдня, зато мы все вместе смогли погулять. Чтобы все знали, что мы не только виншо пьем. Катались. Пили шоты, сидели дома. Это вот мы идем по дороге, а вот это трасса. Вот мы собрались. Женя уже. Еще мы спим. А Женя уже уходит. Машина для Германии. Последний разик вид из того же окна. Со снегом. И мы уже собрались. Мы уезжать. Позавтракали. Кто? Йети едет? Йети проехал, да. О. Йети клево. Дали машину. Огромное, все входит. Как панда, только огромная панда. Огромная панда на механике. Огромная механическая панда. Страдать.